Люди поднимаются против сепаратистской власти. По всей оккупированной территории Луганской области одновременно начинаются бунты против боевиков. Люди устали терпеть издевательства самозваной власти. Так, жители оккупированного Свердловска обиделись на террориста Плотницкого за урезание норм гуманитарки. Пенсионеры города готовят обращение к чиновникам-сепаратистам против решения о ненужности гуманитарной помощи людям. Об этом пишет «Информатор». Также луганские предприниматели бастуют против высоких налогов. Боевики требуют оплачивать налоги на 2 месяца вперед. Денег у людей нет, бизнес закрывается. А жители оккупированного Алчевска составили петицию главе сепаратистки Наталье Петковой о невыплате долгов по зарплате бюджетникам, неконтролируемом росте цен, требованиях немедленного погашения коммунальных долгов и о повышении стоимости проезда в городском транспорте с 4 рублей до 10. Алчевцы говорят, что им нечем кормить и не во что одевать семьи. В ЛНР серьезное недовольство самозванцами у власти. Боевики даже угрозами не могут успокоить людей.